для того, чтобы, пока вы на реабилитации, ваша трезвость не только ваша ответственность, ответственность всех. Как только вы выписываетесь, ситуация меняется. Это неплохо об этом помнить, да? Неплохо помнить о том, откуда та ценность, которая у меня есть на сегодняшний день. Потому что очень часто мы впадаем в иллюзию, что мои чистые дни – это моя заслуга. Только моя. Неправда. Это заслуга, ребята, родителей, которые вам дали такую возможность. Заслуга всей семьи. Персонал. Людей, которые создали этот процесс. Людей, которые сегодня обеспечивают работоспособность всего этого. Так каков же ваш процесс в этом во всем? Сотая часть какая-нибудь. Не думаю, я думаю чуть больше. Но точно не сто. Точно не сто. Точно не сто. Точно не 50. Хорошо, если столько. Вот если эти проценты, вы честно себе можете сказать, что я отрабатываю на сегодняшний день. Вы попадаете в те 30. Понимаете? Лучше вас самих, вас никто не знает. Только вы знаете, что у вас происходит здесь и вот здесь. Иногда, знаете, своим клиентам говорю, что вот это место гораздо мудрее, чем вот это. Поэтому вы должны чувствовать этот процент вот здесь. Я благодарю вас за терпение. Мы залезли на перерыв, все свободны.